Что ж, здравствуйте. Мне жалко людей. Сейчас такое время тяжелое, что им нелегко. Тем самым угнетенным. Трансы, геи, бодипозитивщики, борцы за спасение животных и хрен знает чего-либо. Я понял, что за этим будущее, светлое будущее. Мы должны перестать смеяться над жирными. Смеется над трансами, угнетает их. Потому что я считаю, что каждый может стать моделью, да. Даже человек, сбежавший из лепрозория. Может стать, если хорошо пробиться, он может стать рекламным лицом компании Dove. Да, и рекламировать крем для разглаживания морщин. Прости, господи. Это все приводит к ужасным последствиям, потому что сейчас цензура, она перешла все рамки. Раньше люди говорили, даже на РЕН-ТВ, даже по телевизору раньше, после 11 или после 12, мы могли увидеть соски в ночной программе РЕН-ТВ. Да, или по ДТВ, или еще по каким-то каналам. Потом это прикрыли, конечно, но интернет переплюнул в некотором роде еще больше, потому что сейчас на Ютубе невозможно посмотреть. Вот зашел я на Ютуб, хочу посмотреть какой-нибудь исторический контент. За секс с малолетними трубали гениталии, вешали за ноги и ждали, пока преступник умрет. Что он сказал? Я тоже ничего не понял. И все это ради бабок, ради монетизации. А если хочешь посмотреть версию без цензуры, то переходи на Бусти, да, блядский. Да, теперь я буду бегать по Ютубу и на каждый канал переходить на Бусти и оформлять подписку. Буду делать мне неху, блядь, больше. Так что сейчас очень интересное время. Переход от одной тенденции к другой. Раньше мы регались в соцсетях, сейчас в основном добавляются, рекомендуются в Телеграме, потому что Телеграм, с одной стороны, анонимизирует, то есть у нас нет там фотографий, мы не показываем, чем мы живем, не показываем, какие у нас песни и чего, никакой, просто стирает личность, это зло! У вас нет фоток, у вас нет интересов, вы не пишете никакие статусы, вот, и еще порнуха детская там периодически появляется. А, да, я же не... Давайте вот еще расскажу. Порнуха детская, во. А вот, к слову, о таких словах, как секс, порно, казнь, смерть. Я согласен. Я осуждаю смерть, да. А еще я осуждаю секс, потому что я не знаю, кто это такой, что за хуй. И как многие из вас. Смерть тоже. Я осуждаю смерть, потому что я требую, чтобы она перестала убивать людей, потому что убийство — это грех, да. Ведь сколько людей бы были счастливы, продолжали жить дальше, правильно? Вот, потому что смерть их убила. Мы бы радовались, мы бы продолжали строить светлое будущее, и на самом деле нет, мы продолжали бы также друг друга ненавидеть и угрожать друг другу ядерным оружием, в принципе, вот. А также протестовали против всякой херни, типа вырубки травы возле дома, ну, потому что, блядь, она тоже жить хочет. Всю зиму пыталась взрасти, а тут какие-то пришли с бензопилами и скосили изверги. Вы знаете, вот если так подумать дальше, например, о толстячках, не знаю, зачем я о них думаю, они, наверное, аппетитные просто, то если так подумать, они испытывают давление не только от своего тела, ну, физическое, но и от общества, понятное дело. Он же не виноват в том, что еда продается в магазине по столь привлекательной цене. Это же ебать какое искушение. Это искушение именно. Вообще, без шуток, знаете, худеть очень прибыльно. Во-первых, не тратишься на еду, удобная комплектация, малые габариты, легко влезть в переполненный вагон, никого не убив при этом случайно, сиськой огромной своей, на толчок удобнее садиться, куча плюсов, да, ведь много неприятностей случается, когда ты зашел, например, и кого-то придавил, и он задохнулся, например, да, ну близко к стенке прижался, ты думал, это твой рюкзак там пищит, а человек там был, хуевая ситуация, многие, наверное, понимают. Люди, страдающие ожирением. И, соответственно, в этой ситуации человек как бы делает вывод. Вот этот толстячок, он понимает, жирный, я хотел сказать. И он понимает, что... кстати, я думаю, слово жирный тоже скоро будут цензурить и банить за это нахуй. Потому что нет жирных, нет черных. Есть только люди белые и пушистые. А нет, цветные, всех цветов, да. И вот человек вот этот полненький, он понимает, что ему плохо, ему дискомфортно. Он делает правильный вывод. Он начинает там, жрать еще больше, блять, и становится бодипозитивщиком, создает паблик свой и говорит, что вот, суки, эти палочники еще свой фитнес рекламируют, мы им отомстим, мы покажем, что это не главное, что вообще мы тут главные, что они нас дискредитируют и дискриминируют и так далее, они нас унижают. А хули висели на всех билбордах блядских, телочка такая красивая, фитнес-девушка, фитнес-няша находится. Почему туда жирного нельзя поставить? Да, вот сидит, вот идешь, едешь на машине, например, а там девушка красивая, такая в форме вся, рекламирует работу в Пятерочке. Вот сука, да? Почему нельзя тетю Галю толстенькую поставить? Голенькую. И вот такой девушке, если сказать,
Вот какой ты сделаешь вывод, дорогая? Посмотри, тебе же тяжело. Тебя же люди как-то немножечко даже, ну, так презирают, потому что ты становишься агрессивной и так далее. Она что скажет? Она скажет: «Я буду жрать еще больше, блядь, назло вам!» Get away from my food! Буду еще фотки свои волосатые выкладывать. Я думаю, тут как в современной, как в психологии, по крайней мере, которая сейчас популярна, прослеживается вот еще один момент, что он не просто так ест, он заедает свои детские проблемы. Его в детстве дразнили, что он был таким. Вот он начинает. Он зажирает холестерином, майонезом, мазиком, там, вкусненькими чипсонами, бургерами, с колой свои триггеры. Да, он зажирает их как бы и говорит: «Сука, подавитесь, я утоплю вас в своем жире, мои психологические проблемы, да. И в фитнес я не собираюсь идти, потому что, ну, фитнес, ебать, реально дорого, кстати говоря. Потому что и дело не вовсе не в эклерах, на которые ты тратишься больше, чем на фитнес. На самом деле я понял, почему я думаю о полненьких, потому что мне кушать хочется сразу. Знаете, если мы перейдем от вкусной этой темы, о жирничке, к теме о смерти, я считаю, что это еще один стадик апокалипсиса. Цензура на Ютубе. Я считаю, что смерть, да, должна перестать убивать людей, и нужно подтолкнуть ученых. Мы же их часто подталкиваем к чему-то, да? Нет, верно. А сейчас должны подтолкнуть. Мы должны устроить какую-то акцию. Вот сейчас популярны какие-то акции. Когда люди выходят на протест, например, они обливают краской рестораны оранжевые, да, и говорят: «Остановите нефть, там, блять, или еще что-то остановить, я даже не знаю, что». Все равно ничего не произойдет, но это прикольно зато. Можно сразу вычислить, кто в обществе шизики. Я предлагаю вот что. Мы выйдем все на парад, голые. Наймем девушек очень классных. Ну, бодипозитивщикам скажем, что они стрёмные, а на самом деле они соски вообще. Возьмем их на парад, выйдем голые. И начнем, они начнут трахаться. Со мной, конечно же. Начнут трахаться, и мы вывесим еще плакаты. Плакаты вывесим, скажем: «Так зарождается жизнь». Да. А смерть никак не зарождается. Поэтому то, чего не зарождалось, не может существовать. Охуительный лозунг. Вот это я понимаю. А потом можно устроить бессмертный полк. Знаете, что такое бессмертный полк? Это в этой ситуации мы выкопаем родственников своих, вот, из могил, и пойдем с ними, и скажем: «Они тоже хотели жить». Да. И ученые, ну, как бы, они понимают, что люди хотят от них чего-то. Потому что зачем нам вкладывать бабки в какое-то говно? Не знаю, нефтедобывающее, там, хуета же, зачем? К тому же люди все равно против этого. Вот если мы вложим все деньги и, победим смерть, все проблемы, конечно, решатся, вот, и да, я осуждаю за это смерть, она жестока, но мне нравится, что смерть достаточно, скажем так, она идет ногу со временем, она толерантна, она убивает всех и каждого, это прикольно, но это пора заканчивать уже. Я надеюсь, что ФСБшники или Мизулина, я не знаю, кто там в ответе за безумие, не подумают, что я реально собираюсь выкапывать трупы и устраивать несанкционированный митинг. Я очень на это надеюсь.